В честь 75-летия Победы и Дня образования Вооруженных сил России открыли бюст фельдмаршала Михаила Кутузова. Торжественная церемония прошла на плацу мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Бюст выполнен в рамках проекта «Аллея российской славы». В дар мотострелковому соединению 58-й армии его передал руководитель проекта Михаил Сердюков. Автор памятника – заслуженный скульптор России Александр Аполлонов.